наружные мышцы глаза. Это те 6 мышц, которые двигают глазное яблоко в разных направлениях. К середине – медиальная мышца. Вбок – латеральная мышца. Вверх – верхняя прямая мышца и нижняя косая мышца. Вниз – нижняя прямая мышца и верхняя косая мышца. По кругу – верхняя и нижняя косые мышцы. Эти мышцы иннервируются 3 черепно-мозговыми нервами. 4-й черепно-мозговой нерв, иннервирующий верхнюю косую мышцу. 6-й черепно-мозговой нерв, иннервирующий латеральную мышцу. И 3-й черепно-мозговой нерв, контролирующий остальные наружные мышцы глаза.